А также сегодня вновь выступал Олег Теднебок. Он опять старается бороться с теми средствами массовой информации, которые ему не угодны. Говорит о том, что необходимо запретить вещание телеканалов на территории Украины, которые, ну, образно говоря, не поддерживали активистов Майдана. Заседание Верховной Рады продолжается. Евгений Поддубный, Василий Юрчук и Никита Корнеев. Вести из Киева, Украина.